Есть песня «Просто смотри», наверное, кто-то ее слышал. Вот. Эта песня воспевает блаженство созерцательной жизни. Вот. Но, как всегда, у всякого тезиса должен быть антитезис. Вот эту песню я написал о том, что будет, если очень долго созерцать и больше ничего не делать. Называется она «От противного». Смотри на девушку пока, она не выйдет замуж. Смотри на бронзовый закат стеклянными глазами. Ко всякой радости земли, печали и несчастью, своим ли, посторонним ли, останься безучастным. Шмелей жужжанью на цветах и шелестенью леса, капели звону пенью птах, внимай без интереса. На смену красок за окном и краски на картинах, на краску на лице родном взирай невозмутимо. Пусть некогда блестящий ум лоснится на подушках, и неудачу, и триумф приемли равнодушно. Забудь дорогу на вокзал, не дай себе и шанса. А если кто чего сказал, безмолвно соглашайся. Пусть сослуживец и сосед живут, как знают сами, ведь песни и романы все не про тебя писали. Запомни, запирая дверь, что чудеса и тайны в твоей конкретной голове давно не обитают. Не отпирайся от судьбы, не дай сомнениям хода. Без жалобы, без борьбы сноси и жар, и холод. Представь, что ужас и тоска тебя кольцом сковали, как обреченного быка, настигнутого львами. Смотри на девушку пока, она не выйдет замуж. Смотри на бронзовый закат стеклянными глазами. Надежно помни это впредь, 140 раз отмерь ты. Спеши при жизни умереть, и ты избегнешь смерти. Спеши при жизни умереть, и ты избегнешь. Ну, песня называется «От противного», поэтому прошу буквально не воспринимать, не пытайтесь повторить это дома. Все трюки выполнены профессионалами. Затихли дворы, замолчали пивные, здесь песни и споры давно не слышны, и висит тишина нескончаемым фоном, а жители гладят свои телефоны. Нас новости сносят потоками селя, а мы, позабыв и печаль, и веселье, на службе и дома, в метро и в заторах, весь день не мигая глядим в мониторы. Мы люди все время смотрящие в руку, экран экранирует,
нас друг от друга. Но хуже, что время в щебенку дробя, экран экранирует нас от себя. Давно мы не помним фамилий соседей, скучней и труднее живой собеседник. Его не смахнуть, не свернуть, хоть ты тресни. С экраном уютнее и интересней. А чтобы печаль у тебя не гостила, как белка свое колесо раскрутила, ты ленту прокручивай неутомимо, и жизнь безболезненно двинется мимо. Любое сомнение отскочит упруго, экран экранирует нас друг от друга. Но хуже, что в мареве каждого дня экран забирает меня у меня. С что только не видеть, как жизнь прогорает, и не вспоминать, что мы все умираем. И хоть на минуту укрыться от страха, мы весело кормим мозги дошираком. Сознание ищет, к чему прислониться, не в силах вместить в себя больше страницы. Рутинные непроходимы торосы, гниют, не решаясь, больные вопросы. Плодя то и дело разборки и ругань, экран экранирует нас друг от друга. Но хуже, что этот экран голубой не даст разобраться с самими собой. Поэтому мы и несемся по кругу, экран экранирует нас друг от друга. Какое не выберет ты божество, экран не допустит тебя до него. Следующая песня — это такой эксперимент. Первая песня, которую написал в открытом строе. Я забыл, естественно, слайд. Играть буду оболочкой от батарейки. Сейчас, только надо ее еще найти. А? А, точно. Не, это был телефон. Кстати, телефоном тоже можно. Даже может лучше. Сейчас. А не получится. У меня на телефоне слова, которые я не помню. Можно пожертвовать свой телефон. Ну просто, песня ей 2 недели, поэтому я ее еще не помню. Во, нашел. Теперь надо очень аккуратно топать ногой, чтобы телефон с этой ноги не свалился. Ё-моё. Батарейка не такая, как я думал. Было все хорошо. Эх, ё-моё. Ладно, будем так. О! Ага.
Ага, вот, сейчас попробуем. Еще с перкуссией отлично. Второстепенный, отрицательный герой. Два раза в сутки погружается в метро. Покуда он к стеклу прилип, несет его людской прилив, бросая там, куда добрался метрострой. Второстепенный, отрицательный герой. 13 ровно отправляется в бистро. И доедая на ходу свою безвкусную еду, он возвращается опять в единый строй. Второстепенный, отрицательный герой. Давно решил, что он не че и не руброй. И успокоился на том, и отложился на потом, и удовольствовался разной мишурой. Второстепенный, отрицательный герой. Стеснен привычкой, как собака конурой. Не холоден и не горяч, не любопытен и не зряч. Глаза закрыли шоры третий и второй. Второстепенный, отрицательный герой. Давно покрылся безразличия корой. Своим идеям вопреки лишил добро своей руки, и оттого-то полный крах не за горой. Второстепенный, отрицательный герой. Ты утомил меня, как старый геморрой. Так почему, скажи мне ты, в недоумении застыв, я вижу в зеркале опять твои черты. Второстепенный, отрицательный герой. Второстепенный, отрицательный герой. Она еще может поменяется. Вот просто очень хотелось показать, поскольку новая. Вот к вопросу о настоящем, вот это самое настоящее, там, с поправкой на 2 недели.